21 декабря в Красноярском крае все-таки сделали выходным. Хотя до этого в правительстве заявляли, последний день года будет рабочим. Скорее всего, такая перемена связана с призывом президента Владимира Путина. Это он предложил всем регионам сделать 31 выходным. Что касается 31 декабря, объявление его нерабочим днем. Но отдыхать, не работать. У нас праздников много, Новый год. Одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас. Но 31-го действительно уже там очень своеобразная работа, так мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать. Так президент отреагировал на предложение депутата Госдумы Сергея Неверова. Это он заявил, что в этот день у людей и без работы забот хватает. Ну а сегодня многие регионы уже прислушались к президенту и объявили 31-е выходным.